Новинки театральной сцены. Пятый всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» в этом году показывает лучшие премьеры. География участников обширна. Кроме Самары, это и Ашкар-Ала, Уфа, Чебоксары, Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Брянск, Орел, Кострома и Рязань. Мы даем возможность нашему зрителю, именно самарскому зрителю, увидеть, конечно, еще ведущие театры России и посмотреть те премьерные спектакли, которые проходили в разных регионах, для того, чтобы составить общее впечатление, что же происходит вообще в театральной жизни, какие сегодня тенденции, что появляется нового, насколько какие-то внедряются новые формы сценические. Волжские театральные сезоны – это еще и школа профессионального мастерства. После показа спектакли будет разбирать не только компетентное жюри, но и сами актеры и режиссеры, участники фестиваля. Худрук Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов не скрывает. Постарается посмотреть все спектакли своих коллег по цеху. Я с удовольствием сам схожу и посмотрю, потому что к своему стыду я никогда не сталкивался с этим произведением. Вот так. Так что за это отдельное спасибо, за то, что все-таки это очень необычные названия, такие, которые не всегда найдешь даже в фонотеках. Уникальность и масштабность фестиваля в том, что он объединяет различные театры от кукольного до драматического. От Пушкина с его сказкой о рыбаке и рыбке до Шукшина «Вот так и живем». В разных жанрах театрального искусства мы играем классику. Потому что считаем, и справедливо считаем, что классическая драматургия – это и есть наша идентичность, это наш национальный код. Волжские театральные сезоны – это уже бренд Самарской области. Быть приглашенным на этот фестиваль престижно для российских театров. А выиграть в одной из трех номинаций и, ко всему прочему, взять гран-при – ценно вдвойне. Пятый всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» начнется 23 апреля. Открывают его три маски короля Самарского театра оперы и балета. В фестивальной программе 17 спектаклей, которые пройдут в трех театрах. Оперы и балета, драме и Самарт. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.